Мы все знаем, что за эти месяцы мы вместе погружаемся в послание апостола Павла, послание к Ефесянам. И все вместе мы изучаем практически стих за стихом. И знаете, это очень интересно. Я заметил, хорошая тенденция в церкви. Многие открывают Библию, многие приносят Библию. Знаете, и такой дух витает. А что дальше? Что дальше? Я думаю, это очень хорошо, когда мы заглядываем в Слово Божье. Когда мы держим Слово Божье в своих руках. Знаете, когда мы держим Слово Божье в своих руках, очень большая вероятность, что это Слово, оно окажется в нашем сердце. Что это Слово, оно будет говорить к нам, что оно оживет. Когда мы делаем эти тематические служения, когда мы делаем эти тематические проповеди, когда мы следим практически стих за стихом, каждый из нас мы учимся. И, конечно, хорошо, что пастор выбрал эту тему Ефесянам, а вдруг бы он выбрал книгу Левит, или книгу чисел, мы бы, наверное, все вместе здесь считали прообразы шерсти, может быть, хвостов, может быть, чего-то, и мы думали, что это означает, но пастор просто пожалел всех нас. Может быть, на следующий год, наверное, мы двинемся в этом направлении, но пока что мы питаемся из книги Ефесянам, и хотелось бы, чтобы вместе мы открыли 5 главу, и здесь такие прекрасные места написаны, такие прекрасные места, в которые хотелось бы нам погрузиться, в которых просто вместе, чтобы мы отобразились с Духом Писания, что Бог, Он имеет для нас, чтобы Слово Божье, оно заговорило к нам, чтобы оно стало по-настоящему интересной книгой. Знаете, когда эта книга, она не отходит от нашей жизни, от уст наших, тогда мы способны быть успешными. Тогда Бог, Он способен снарядить нас, дать нам то наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе, открыть те благословения, которые мы имеем посредством Слова Своего. И вот 5 глава Ефесянам. 5 глава, и я буду читать практически стих за стихом, и мы, насколько мы сможем по времени двинуться дальше, мы посмотрим, мы попробуем открыть некоторые истины, которые Бог, Он имеет для нас. 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу. Итак, подражайте Богу. Хочется остановиться на этом месте. Подражение Богу. Подражение Богу – это брать пример с Бога. Подражать Богу – это увидеть Его и те части, те характеристики, которые Бог, Он имеет, чтобы они пришли в нашу жизнь. И не только это желание наше, но Бог, Он поощряет, на страницах Писания Он поощряет, чтобы мы подражали Ему. Он хочет чему-то научить нас. Бог, Он хочет научить нас. И наше подражание, оно вплотную зависит от этого времяпровождения, насколько часто я встречаюсь с Богом. Насколько часто я хочу увидеть Его, чтобы мне чему-то научиться, чтобы мне подражать Богу. Знаете, без времяпровождения, без того момента, когда мы погружаемся в молитву, без того момента, когда мы погружаемся в Слово, невозможно увидеть Бога, невозможно даже подражать Богу. И Бог, Он говорит, подражайте Богу. Писание говорит, подражайте Богу. И мне вспоминается место из Писания, когда Иисус в Иоанна 5 главе 19 стихом, Он сказал так: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Насколько мы видим Бога, насколько мы видим Бога Творящего, это переходит в нашу внутренность. Это становится сущью нашего характера, частью нашего характера. Если мы видим Бога Творящего, если мы видим Бога, который распространяет любовь, Бога, который спасает, это становится частью нашей жизни. Мы подражаем Ему. Если же мы мало проводим время, если это все так далеко, если это просто религиозно, если просто это как ширма, это что-то другое, есть моя жизнь, а есть религиозная жизнь, знаете, подражание тогда будет тяжело. Но когда мы прикасаемся ближе к Богу, когда мы знакомимся с Ним лично, когда мы видим Его, Его характер, Его сущность, оно отображается в нашей жизни. И мне нравится, когда Давид, он говорит в одном из псалмов: «Я видел всегда перед собою Господа. Он одесную меня, не поколеблюсь». Интересно, что наша уверенность, наша стойкость, наша твердость, наша вера зависит от того, насколько мы видим Бога, насколько мы видим Его сильным, насколько мы уверены в Нем, насколько мы подражаем Ему. И смотрите, интересно, что, читая одну из книг христианских психологов, один христианский психолог, он говорит такую интересную вещь.
Он говорит, часто напрямую наши страхи, тревоги, проблемы связаны с недостаточно развитым образом Бога внутри нас. Какой образ Бога внутри тебя? Кто Бог твой? Или это маленький Бог, беспомощный Бог, который ничего не может, который просто злой, какой-то такой капризный Бог? Или это любящий Бог, всемогущий Бог? Вот ты знаешь, что в любой момент ты можешь прийти к Нему. Ты знаешь, на кого ты уповаешь. Ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Ты знаешь, кто основание твоего спасения. Знаете, наше представление, наше знание, этот образ, он отображается внутри нас. По мере того, как мы узнаем Бога больше, страхи уходят, болезни уходят, какая-то тревога, она уходит, депрессия уходит, чувство вины, оно уходит, потому что мы знаем, что Бог, Он держит меня за правую руку. Аллилуйя! Знаете, это живое Слово Божье, оно напрямую связано с нашими личными взаимоотношениями с Господом. Когда мы молимся, когда пастор зовет на молитву, когда мы зовем церковь на прославление, здесь все настолько просто и в то же самое время настолько интересно соприкоснуться с Господом, увидеть Его, преобразоваться в Его образ, увидеть Его, Его любовь, чтобы эта любовь, она через нас была показана этому миру. И мы читаем дальше, я не буду застряться очень сильно на этом месте, но как чадо возлюбленные, второй полустих, как чадо возлюбленные. Бог не просто говорит, подражайте мне, и вот вы должны это делать, но Он напоминает нам, друзья, Он напоминает нам, что мы дети возлюбленные, аллилуйя, что Бог принял нас, что мы приняты в Нем, Он возлюбил нас, и настолько эта добрая атмосфера в семье, она открывает Бога для нас. Знаете, у меня растут двое детей. Я заметил, что если добрая атмосфера, если атмосфера любви в семье, если это атмосфера радости, атмосфера, когда мы любим друг друга, мы показываем друг другу, мы показываем детям. Знаете, друзья, отображение того доброго образа, оно наносит отпечаток на наших детях. То же самое Господь хочет предупредить нас, Господь хочет напомнить нам то, что мы растем в той семье, где Он нас любит. Можешь расслабиться, можешь успокоиться, можешь положиться на Бога. Ты возлюблен Богом, ты возлюблен Богом. Аллилуйя. И ты в Божьей семье. Аллилуйя, аллилуйя. Читая второй стих, читая ниже. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Практически каждый стих в этой главе, он пронизан этим подражанием Богу. Слово Божье, оно хочет раскрыть, Слово Божье, оно хочет раскрыть нам, что есть что-то особое, что должно нанести отпечаток в нашу жизнь. И он говорит, живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Смотрите, Бог, Он хочет, чтобы что-то особое открылось, в чем-то особом мы могли возрастать. И это возрастать в любви. Как? Как Христос возлюбил нас. Нам следует увидеть, нам следует узнать, нам следует изучить, как Христос возлюбил нас. Знаете, наша черствость, наше непонимание, наша грубость, она напрямую зависит от нашего незнания. То, что мы не погрузились в Бога, то, что мы не увидели Христа. Насколько Он возлюбил тебя? Друг мой дорогой, насколько Он возлюбил меня? Он простил все мои грехи. Он знает все мои недостатки. Он знает все мои согрешения, все твои согрешения. Но это, оно не отдаляет Бога от тебя. Бог возлюбил тебя. Знаете, как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга. Так и мы должны любить друг друга. И предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Напрашивается вопрос, когда в последний раз я делал жертву любви? Когда в последний раз моя любовь, она была не просто на словах, не просто эта любовь, которая легкая, просто похлопал по плечу, может быть, это хорошо, но Господь хочет, чтобы была какая-то жертва любви. Потому что Христос, Он принес эту жертву любви. То, что держало Иисуса Христа на Голгофе, то, что держало Иисуса Христа на кресте, это были не гвозди, это не были, даже не грехи держали Его там. Его держала там любовь, любовь к каждому из нас. Знаете, иногда наши поступки, они способны выразить эту любовь. Но часто эта любовь, она сопряжена с жертвой.
Где-то мы должны оставить свое. Где-то мы должны кого-то больше превознести, кого-то высшим посчитать, где-то себя поставить ниже. Потому что мы берем пример с Иисуса Христа. Иисус, Он способен был быть Сыном Божьим. Он был Сыном Божьим, но Он не посчитал за что-то такое унизительное, когда Он пришел на землю, и Он возлюбил каждого из нас. Бог есть любовь. Жить в любви – это жить, подражая Богу. Друзья, я думаю, что есть в этом что-то особое, где мы можем возрастать. Есть что-то особое, где мы можем расширить себя. Мы можем думать об этом. Бог, как я могу подражать Тебя? Как я могу, насколько больше я могу позволить Твоей любви через меня быть в служении другим людям, быть примером от Тебя, быть примером, подражая Тебе. 1 Иоанна 3 глава, 16 стих. Интересно, что Иоанна 3 глава, 16 стих, мы все знаем, написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Но 1 Иоанна 3 глава, 16 стих, Иоанн пишет, говорит: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Это глубоко. Это глубоко, может быть, конечно, есть возраст Христов, конечно, есть тот момент, когда мы растем, когда мы родились в Царстве Божьем, может быть, мы начали первые шаги, но есть будущее, есть то, куда мы можем двигаться, расти, возрастать в любви друг к другу, возрастать. И смотрите, Иисус, Он положил душу, и Он также хочет, чтобы этот пример, пример подражания был в нашей жизни, чтобы мы были способны полагать душу. Способны были полагать жизнь. Это, конечно, звучит высоко. Но пусть этот стандарт, он будет в нашей жизни. Пусть этот эталон, он будет в нашей жизни. Насколько я способен, насколько я расту в этом направлении, полагать душу свою, полагать свои интересы, полагать какие-то свои знания за братьев, за сестер, любить их. Знаете, любовь, она практическая. Конечно, хорошо, когда первая стадия любви, она начинается в словах, когда мы говорим: приятно видеть тебя, брат, я люблю тебя. Но когда хорошо, когда ты видишь, что брата нет, может быть, что-то случилось, этой сестры нет, может быть, пришло время, может быть, позвонить, пришло время как-то узнать, соприкоснуться. Знаете, любовь, она практическая. Долго брак не будет существовать, если муж говорит жене: я люблю, но в это время он не идет на работу, он не показывает, что он заботится о семье. Или в то же самое время жена говорит мужу: я люблю, но как-то есть другие плоды любви должны проявляться. То есть любовь, она может, ее можно увидеть. И мы замечаем, что живите в любви. Знаете, любовь, она благоухает. Любовь, она приятно пахнет. И знаете, на это благоухание любит приходить Бог. Любит приходить Бог. Я думаю так, что если семья, она живет в любви, живет в гармонии, живет в мире, Бог приходит туда. Туда приходят идеи, приходит благословение, приходит успех. И ты смотришь, эта семья поставила во главу, в основание любовь друг к другу. И ты видишь, приходит успех в других сферах. Когда в церкви между нами есть любовь, эта любовь, она жертвенная, Бог любит приходить туда. Бог любит приходить в то место, где мы любим друг друга, где мы прощаем друг друга, где мы забываем свое, свои, может быть, достижения. И мы говорим: брат, сестра, я почитаю тебя высшим. Мы, может быть, и не говорим, но мы так выражаем себя. Знаете, Богу это нравится. Почему? Потому что Он видит, что дети Его, они подражают Ему. Бог, он ищет от нас подражание Ему. Он ищет от нас. Конечно, мы в чем мы можем подражать Ему? Одеваться как Бог? Вряд ли. Может быть, говорить как Бог? Сил, мощи не хватит громом говорить. Но любить как Бог мы способны. Знаете, это сущность, которая... Бог есть любовь. Но знаете, когда это проявляется внутри нас, землян, внутри нас грешных, казалось бы, внутри нас тех людей, которые отделены от славы Божьей, все небо, оно приходит в движение. Потому что частица Бога в сердце каждого из нас – это любовь. И Бог, Он на страницах Писания, мы видим, неоднократно заостряет это внимание. Братья и сестры, нам это очень важно. Нам это очень важно. И по мере того, когда я расту, я был горячим подростком. Я был тем подростком, который, знаете, хайпер. Знаете, ну, я вдруг замечаю, что многие вещи, основная энергия, куда мы должны себя реализовать, это то, чтобы любить друг друга, чтобы почитать друг друга. И как-то мать Тереза, она сказала, что настоящая бедность – это бедность души, которая не имеет любовь.
Мы, может быть, стремимся к внешним факторам преуспевания. Может быть, мы стремимся к внешним факторам успеха. Когда кто-то, может быть, зарабатывает больше, он может позволить себе видимые вещи. Но знаете, настоящее богатство, которое каждый из нас может позволить, это любить друг друга, на которое обращает внимание небо. Любить друг друга. И ты увидишь, что ты, может быть, в каких-то сферах ограничен, но любя другого человека, находясь в любви в церкви, находясь и выражая эту любовь, вдруг ты замечаешь, что ты богат. Вдруг ты замечаешь, что у тебя что-то есть, что ты можешь дать другому человеку. Аллилуйя. И я думаю, что есть чему нам поучиться, есть чему нам взять пример подражания у Бога. И мы читаем дальше 3 стих и по 6 стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Интересно, что кто из нас в верующих семьях вырос, мы часто слышали, когда родители нам говорят, так неприлично святым, неприлично святым, а так прилично святым. Знаете, вот эти слова, они отложились. И вот когда дети растут, начинаешь как-то мало-помалу их снова употреблять. А что же прилично, а что же неприлично, а почему прилично святым это, а что-то неприлично святым? Оказывается, есть приличие. Есть приличия, которые прилично святым. И есть те вещи, которые, ну, не к лику нам, святым. То есть приличие – это к лику, то есть к лицу. Вот что не к лицу верующему человеку? Сквернословие, Павел говорит, ругаться, говорить грязные слова. Пустословие – это бесплодные разговоры. Смехотворство – это обсмеять кого-то. Блуд – это разврат, грех в половых отношениях. Нечистота, порочность, аморальность. Любостяжание, жадность. Страсть к деньгам. И мы замечаем, что Павел, он говорит интересное место. Он говорит, что «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Несколько воскресений назад пастор проповедовал эту прекрасную тему о том, как мы младенцы во Христе, если мы остаемся на этой сфере, на этой возрастной группе, будучи младенцами, и не растем дальше, то наследие Христа, оно остается далеким от нас. И если мы растем в Боге, то мы начинаем отличаться от раба. И вот Павел говорит, что есть некоторые факторы, которые забирают наследие у нас, которые просто отнимают наследие у нас. И он говорит, что это блуд, оно забирает наследие Христово из нашей жизни. Он говорит, что это нечистота и любостяжание, жадность. Любостяжание, которое Павел говорит, что это есть идолослужение. Насколько глубоко Павел концентрирует внимание, что любостяжание, которое мы иногда не придаем большого значения, жадность, ну, я так просто рассудительно поступил, я пожадничал. Но Бог говорит, что если жадность имеет место в твоем сердце, то это идолослужение. Значит, Христос, Он хочет, чтобы наше сердце, оно было щедрым. Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было щедрым. Почему? Потому что сердце Бога, оно щедро. Во всех этих аспектах мы первым делом подчеркиваем, что почему это неприлично святым, потому что это не соответствует характеру нашего Господа. Почему? Потому что мы хотим брать пример от Него. И ниже Павел говорит, что прилично святым. Благодарение, назидание, святость, жертвенность, чистота. Есть некоторые вещи, которые приличны нам. Когда мы растем во Христе Иисусе, когда мы растем этим возрастом Христовым, это наследие, мало-помалу оно открывается для каждого из нас. Мало-помалу мы переходим на новый уровень, где Бог способен нам доверять большее. В это время Бог хочет, чтобы то, что прилично святым, оно возрастало как частью нашего характера. То, что прилично святым. Почему? Потому что это находим мы в образе нашего Господа. И когда мы растем в какой образ? Мы растем в образ Иисуса Христа. Знаете, во всей этой главе мы видим линию, которую Павел пишет. Он говорит, что подражайте Богу.
Подражайте Ему, найдите время, познакомьтесь с Ним лично, найдите Его на страницах Писания, пусть это будет что-то интересное, и начинайте подражать Ему. Задавая себе вопрос, а как бы Бог здесь поступил, как бы Христос поступил в этой ситуации? И я думаю, что мы найдем много интересных ответов в своей жизни. И мы читаем дальше, 7 стих. «Итак, не будьте сообщниками их». То есть мы понимаем, что Бог, Он хочет, чтобы мы не были частью этого общества. Частью этого общества, того общества, которое ценит эти ценности, которые неприличны святым. То есть не быть частью этого общества, отделиться. И мы знаем, что перевод слова «святой» – это как раз есть слово «отделенный». Каждый день мы принимаем решение от чего-то отделиться или что-то отделить. Мы принимаем решение отделять что-то от греха. Мы отделяемся от греха. И в то же самое время мы принимаем решение что-то отделить для Бога. Может быть, это финансы. Мы принимаем решение, чтобы что-то осветить в нашей жизни. Как мы можем осветить наше время, когда мы отделяем наше время для Бога? Как мы можем осветить наши финансы, когда мы отделяем наши финансы? Приходит святость, приходит мудрость. Как можем благословение и святость прийти в жизнь наших детей, когда мы отделяем их для Бога? Мы проводим вместе с ними время. И в то же самое время мы понимаем, что мы можем отделять себя от дел тьмы. Мы можем отделять себя. И Господь Он хочет, чтобы каждый день мы принимали эти правильные решения, что я хочу отделить или для чего я себя отделяю. Мы отделяем себя для Бога. Мы понимаем это прекрасное место Писания, где сказано «святой, да освящается еще». Святой, то есть отделенный. Каждый раз, когда мы понимаем, что мы в святости Божьей, мы видим Его лучи Его света, мы находим тем места в нашем сердце, которые еще до конца не отделены для Бога. И мы говорим: Господь, я посвящаю Тебе. Я хочу брать пример от Тебя, Бог. И мы читаем 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Знаете, мы не просто ходим во свете, мы не просто приходим в церковь, мы не просто вот называем таким прекрасным именем христиане, но мы поступаем как чадо света, мы поступаем как дети Бога, Бог есть свет, мы поступаем. Интересно, некоторое время назад мы купили такие звездочки фосфорные и повесили марку в комнату на потолок. И днем практически их не видно. Они сливаются с дневным светом, они сливаются с потолком, и ничего такого особого нет. Но приходит вечер, свет уходит, выключается свет, окна закрываются, и мы видим, что звездный потолок. Знаете, этот фосфор, он способен был в протяжении всего дня аккумулировать в себя свет, чтобы когда темно, можно было отдавать этот свет. И мы также замечаем, что когда утром зайдешь, сегодня ничего особого не увидишь снова. Фосфор отдал весь свет и уже не способен отдавать. Знаете, друзья, это похоже на каждого из нас. Каждый из нас, мы светило, поскольку Он есть свет. Мы являемся светом, если мы присоединены к Нему, если мы зарядились от Него. Если мы находимся в этом обществе, где свет Его, Он входит внутрь каждого, и Он просвещает всякую тьму. Чтобы когда мы идем вне Дома Божьего, вне, там, где тьма, мы способны были сиять. Понятно, я говорю? Я думаю, что хороший пример, чтобы нам как можно больше погружаться в свет, быть в том месте, где Бог излучает свои лучи. 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И мы замечаем, что помимо того, что мы берем пример, мы подражаем Богу, мы находимся во свете, этот свет через нас светит. Бог говорит что-то особое в 9 стихе. Он говорит, что вырабатывается какой-то особый плод. И Библия называет это плод Духа. И мы находим, что есть плод Духа? Мы находим в Галатам 5 главе 22 стихе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, Павел, он говорит интересное слово. Плод Духа, он состоит. Эти характеристики, эти качества Духа, они где состоят? В благости, в праведности и в истине. Знаете, когда мы находимся в благости,
Когда мы находимся в праведности, когда мы находимся, пребываем в истине, позволяем истине Божией быть внутри нас, значит, что в это время формируется и состоится плод Духа. И ты как будто бы прежний человек, как будто бы и ничего, изменений больших нет, год прошел, два прошло, но ты замечаешь, что, находясь в доброй атмосфере, быть посаженной в правильной почве, очень сильно сопутствует правильному плоду Духа. Аллилуйя. Он говорит, плод Духа тогда будет состоять. Плод Духа он состоит. 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Смотря на то, что к чему мы можем подражать Богу, как мы можем подражать Богу, находясь во свете, позволить Его плодам развиться внутри, мы можем также быть взрослыми достаточно, чтобы знать, что нравится Богу, чтобы знать, что угодно Богу, что благоугодно Богу. Когда дети растут, когда маленькие ребята, эти детки появляются, бейбики появляются, знаете, они до конца не знают, что угодно, что не угодно. Но мы прощаем. Есть время, когда они в детстве. Есть время, когда они просто не понимают, мы где-то поправили, они уловили. Здесь бить палочкой нельзя по стеклу, разобьется. Здесь стаканчик бить нельзя, осколочки будут, больно будет. И по мере того, они начинают знать, что угодно, что есть правильно. Знаете, когда мы растем во Христе, всегда, я думаю, до конца нашей жизни мы будем узнавать, а что Богу нравится. Почему? Потому что мы влюблены в Него. Потому что мы любим Его, мы хотим угождать Ему. Мы хотим знать о Нем больше. Мы, знаете, и мы растем. Как мы узнаем? Мы узнаем посредством Слова Божьего. Мы изучаем Писание. Мы узнаем, когда мы общаемся друг с другом. Мы узнаем даже с негативного опыта. Иногда какой-то фильм посмотришь, слушаешь, это точно было неугодно Богу. Или смотришь какой-то разговор негативный, который не нес веры, точно неугодный Богу. Ты замечаешь в следующий раз, что те слова веры, которые ты говоришь, то пророчество, которое ты говоришь, говоришь о будущем, с уверенностью о Боге, это нравится Богу. Откуда ты это узнаешь? Это ты узнаешь от Духа, который Бог поместил в сердце каждого из нас. И мы можем испытывать что угодно Богу. Мы не просто можем остаться на этом уровне, детском уровне, когда мы можем шалить, когда мы можем капризничать, когда мы можем пощечины друг другу бить. Нет. Но мы можем возрастать и можем узнавать Бог. В это время я пришел с неправильным настроем в церковь. В это время я пришел с неправильным настроем на молитву. Я думаю, что все должны мне внимание принять. Только мне должны оказать что-то. Или какое-то другое. Может быть, ты пришел в гости с неправильным настроем неверия. И ты чувствуешь, что ты не несешь образ Божий. Бог хочет, чтобы мы узнавали что угодно Ему. Что Ему нравится. И мы находим Тимофея, 2 глава, 1 Тимофея, 2 глава, 1-3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. Великие прекрасные слова. Молитвы нравятся Богу, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Знаете, когда мы узнаем, что нравится Богу, приходит безмятежная жизнь. Потому что Богу нравится общаться с нами. Мы бережно относимся с Ним. Мы бережно ценим Слово. Мы бережно относимся к Его заповедям. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Богу нравится. Богу нравится моление. Богу нравится, когда мы приходим, склоняемся. Богу нравится наши прошения, наши ожидания, наше прославление. Богу нравится. А там, что нравится Богу, если Богу что-то нравится, Бог приходит. Если Богу нравится в нашем сердце что-то, Бог приходит в большей мере в нашу жизнь. Знаете, Бог, Он, можно сказать, практически одинаково по всей земле находится. Но есть в некоторых местах, где Он концентрирует свое присутствие. Есть некоторые места, где Он манифестирует свою славу. Это те места, где Ему нравится. Знаете, и ничто не остановит нас, чтобы сделать наше сердце таким, чтобы Ему нравилось приходить. Ничто не остановит нас сделать церковь такой, чтобы Ему нравилось приходить. Ему благоугодно приходить туда. Знаете, Божье присутствие, оно во всей вселенной. Бог везде есть. Казалось бы, в двух местах Бога нет во вселенной. Вы знаете, эти два места. Первое место – это ад. Просто Бог отделил себя. И второе место – это сердце грешника. А везде Бог, везде Бог. И в некоторых местах Бог концентрирует свое внимание. Аллилуйя. И 13 стих, мы подходим к концу. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Знаете, друзья, во всем этом легко разобраться, когда мы находимся во свете. Когда мы пребываем во свете.
Ибо все, делающееся явным, свет есть. Во всем легко этом разобраться, как подражать Богу, узнать Бога, познакомиться с Ним ближе, где, в каком месте. Там, где есть свет Божий. Знаете, свет имеет исцеляющую силу. Даже простой лучи солнца, свет дневной, он помогает исцелению, выздоровлению. Иногда врачи говорят, слушай, тебе просто нужно прогуляться, подышать воздухом, тебе нужно на солнце побыть немного. Ну, не все болезни, но во многом. И мы замечаем, что Писание также говорит, что исцеление в лучах его. Знаете, становись под этот луч Божий. Если есть у тебя болезнь, если есть какая-то проблема, если есть какая-то темнота в твоем сердце, негативизм, может быть, неверие, становись под этот луч света, ищи этот луч, и ты можешь почувствовать, где больше всего этого луча. Чувствуешь, не туда, вот здесь. А это место молитвы, это место поклонения, это место слова. И ты чувствуешь, и ты навыком начинаешь возрастать, ты навыком узнаешь. Приходит этот навык, духовный рост. Ты начинаешь переживать Господа. Ты начинаешь становиться взрослым христианином. Твой шаг, он идет прямо. Ты идешь крепко и не хромаешь. И все же обнаруживаемое делается от света, явным от света. Псалом 35, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет». Друзья, по-настоящему свет мы можем увидеть только во свете Божьем, во свете Слова Его, в свете Его присутствия, в свете Его лица. Мы можем увидеть Его свет. И даже этот свет, можно сказать, мир, если так перевести, мы по-настоящему можем разобраться в мире этом только благодаря лучам Иисуса, свету Божьему. И 14 стих. «Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Аллилуйя! Знаете, интересный момент, может, по-другому было бы сказать Богу, «Боже, Ты разбуди меня, Ты меня подними, Ты меня воскреси и потом еще освети, Христос». Но здесь сказано для тех христиан, которые уже по каким-то моментам уже уснули, по каким-то моментам уже где-то и подмертвели, можно так сказать. Бог говорит, возьми новую природу в твою жизнь. Природу жизни, подражай Господу, осветит тебя Христос. И мне вспоминается этот пример, когда Иисус, Он подошел к гробу Лазаря. Интересный момент, Он сказал, Иисус, Лазарь, выйди вон! И мы знаем, что Лазарь вышел, обвитый пеленами. И слово, которое сказал Иисус, Он сказал, что развяжите, пусть он идет. Первое, что Иисус, может быть, тебе как-то нужно приподнять, воскресить, а потом, Лазарь, выходи. Нет. Но то слово, которое Иисус сказал, оно звучит до сего дня. Бог уже сказал воскресение в твою жизнь. Бог уже сказал пробуждение в твою жизнь. Выходи и становись под лучи Божьего света, чтобы Христос способен был осветить тебя. Пусть ничто не стоит, пусть никакая пелена, она не будет закрывать тебя от лучей Иисуса. Вот интересно, что Иисус сказал, развяжите, пусть он идет. Мог бы Иисус сам еще развязать. Вот ты воскресил, поднял, вызволил, еще и развяжи, и Лазарь, иди. Но Иисус, Он что-то оставил для церкви. Иисус что-то оставил для каждого из нас, чтобы мы были способны развязывать другого человека. Чтобы мы, как церковь, мы были способны создавать эту атмосферу, где много этих лучей Божьих, и приводить людей, чтобы свет Иисуса, Он сиял в их жизни.